Небольшой. Ну, это даже можно как использовать как и мягкие тоже, да, вот если получается без траста, это тоже можно использовать как просто тракцию. Да, да, просто тракцию тоже можно, да. Вот, вот даже я вот говорю, сейчас вот смотрю, как у бы, людей, да, которые вот расслаблены, они, да, тебе полностью доверяют, оно само прямо так тык-тык-тык-тык-тык-тык, и вся шея на место встает. Вот, и небольшой нюанс, иногда бывает наоборот, что закрепощенные люди, да, я их обманываю, как бы, да, я им говорю, положу как надо, да, говорю, все, все, не шевелись, не шевелись, сам давлю, как бы, вот, в череп нижнюю, а эту рукой я, как бы, ключ внимания его перевожу сюда, главное, плечо достать, ты же вот про плечо-то забыла, вот где у тебя сама проблема, сам раз и в шею давлю, просто передавили много раз, вот, такие нюансы есть. И еще один нюанс вот, про то, что я говорил, да, по поводу, еще раз было сюда, в сторону, мы не будем давить, по поводу того, что вот тракцию мы делаем вот в ту сторону, держим руку за череп, да, ну ты с той стороны ставишь, соответственно, ты вот так держишь, а поворот еще один в ту сторону, да, переводим ту же руку вот на ухо, то есть раз, два. Немножко два разных движения. Вот так вот, да? Если это в одном, да. Эту руку держим вот так вот здесь, да? Угу. Так. И вот получается тоже вот туда. Да, по спирали. Угу. И тоже раскачиваем, да, вот так вот. Так. Не, подожди, ты какое делаешь движение? Ну, вот туда получается. Это... Да, туда. Но лучше тут держаться вот за уголок. Ага, вот здесь вот, да? Да, там такая шишечка есть. Угу. Под черепом почувствовать ее. Да, первый раз вот ты туда растягиваешь. Угу. Чик. Вот так вот. Потом сразу раз перекладываешь руку на ухо. И в ту сторону. И в ту. Ага. Да. Все, сначала вот так вот. Просто растянули, угу, хорошо. Да, да. Потянули, а потом сюда и тык. Да, вот так. Вот такие вот есть маленькие нюансы. Ну и вообще ты лучше, удобнее. Я делаю с этой стороны. Вот делай то же самое, попробуй. Так. Как, вот сейчас как делать движение? Да, да, да. Просто пробуешь руки положить. Так, а как? Здесь не тяжелее, как-то получается. Почему? То же самое. Только руки меняются. Вот так что ли? Да нет, ты вообще правильно держал. Вот здесь под лопаткой, вот плечо придержишь. Угу. А здесь? Вот так. Нет. Вот. Пальцы расставил. Ага, и все. Тянешь голову на себя. Все, вот так. Растягиваешь. Во, растягиваешь. Угу. Тракция получается. Угу. Тут бывает достаточно. А потом переставляю, получается, сюда, да? Да. Ну, чуть-чуть поднимаем, да? Угу. Вот так вот. И уже манипуляция. Да, вот так вот. Ага. Вот это все правильно.